Riptide GP2 – это футуристические гонки на гидроциклах с потрясающей графикой и аркадным игровым процессом. Здесь есть все элементы обычной гоночной игры – различные трассы, типы гонок, множество соперников и улучшения для гидроциклов. Однако особый упор в игре делается на выполнение трюков верхом на гидроцикле. Для этого на трассах расставлены трамплины, прыгая на которых можно выполнять просто невероятные трюки, используя жесты на экране устройства. Успешные трюки переносят запас ускорителя, который можно тотчас использовать. Сами трассы пролегают в различных местах, и судя по окружению, все события происходят в будущем. Но следует отдать должное создателям игры, выглядит это все просто великолепно. К звуковому оформлению также нет никаких претензий. Для полноты картины в Riptide GP2 присутствует опыт и уровни, получая которые можно улучшить свои трюки и другие характеристики пилота. Сами гидроциклы также модернизируются и перекрашиваются. Подробнее об игре вы узнаете из обзора на iPhones.ru.